В Славянске продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. О том, как происходит сейчас этот процесс, деловому Славянску рассказал медицинский директор Славянского центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Винниченко. Как проходит вакцинация, какая вакцина сейчас есть в наличии, сколько всего вакцинировано жителей Славянска и где работают пункты вакцинации? Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, об этом более подробно. Я вас понял. Ну, сейчас у нас в наличии Pfizer есть. Завтра должны, по идее, получить CoronaVac вакцины. Это что касается вакцин. На сегодняшний день у нас ведутся прививки в центре вакцинации, проводятся ежедневно с 9 до 3. Проводятся в 7-й амбулатории, это улица Донская, 5. Проводятся в железнодорожной больнице, там Малогородская, 142, амбулатория номер 10. Это те пункты прививок. На сегодняшний день, сейчас, минутку. Так, всего за всю историю сделано 66 643 прививки, привито 34 376 человек. Скажите, пожалуйста... 732 человека сделали третью прививку. Да, бустерная прививка должна быть такая же, как и предыдущая, которую делась? Нет, бустерная доза делается только Pfizer. Только Pfizer. В принципе, или Pfizer, или Moderna. Хорошо. Спасибо большое за информацию. Мы об этом расскажем в нашей публикации. Я понял, спасибо. Спасибо вам, до свидания. До свидания.